Закономерен ли итоговый счет, на ваш взгляд? Я думаю, что закономерен. По игре хорошее начало игры было с нашей стороны. Забили 2 гола. Надо было еще реализовывать свои моменты, чтобы потом спокойно, не затратив лишних сил, довести матч до победы. Ну, подвела реализация в очередной раз, пропустили свои ворота гол. И нервная концовка. Хотя во втором тайме, опять же, имели достаточно моментов, чтобы без нервотрепки закончить эту игру.